Тем временем на 106-м участке на базе школы номер 2 сделал свой выбор главный федеральный инспектор по Брянской области Андрей Дьячук. Проголосовать по поправкам Конституции Андрей Сергеевич пришел во второй половине дня. На этот момент на участке уже свыше 150 проголосовавших. Свой голос отдала и председатель Союза организации профсоюзов Федерация профсоюзов Брянской области Ольга Полякова. Она посетила участок возле Брянского государственного университета. Я считаю, что в нашей Конституции, в Конституции страны должны быть записаны те вещи, те основные положения, которые улучшают жизнь каждого россиянина. Напомним, среди поправок в Конституцию – признание культуры Российской Федерации уникальным наследием, поддержка волонтеров, установление русского языка государствообразующим, защита семейных ценностей, доступная и качественная медицина и социальные гарантии.